Здравствуйте, подписчики канала и просто гости, которые зашли посмотреть нашу капустку. Сегодня будет краткий обзор капусты Пандион от компании Семенис. Сегодня у нас июль, 26 июля, если я не ошибаюсь. Капуста находится вот в таком состоянии. Кочаны крупные. Все под капельной лентой. Вот она, капельная лента. Эмиттеры стоят у нас каждые 30 сантиметров. Капуста посажена 60 на 60, то есть 60 между рядом и 60 между капустой. Для данной капусты это многовато места, как у нас она показала себя. Кочаны перерастают, очень большие получаются. И надо садить более раньше эту капусту, потому что сейчас она уже не так востребована. Сейчас больше уже идет у нас гринфлэш, Пандион не особо хотят брать. Структура кочана немного рыхловатая, но капуста все же твёрденькая. Кочаны в размере до 3 кг. Вот такие вот. Вот так вот она у нас себя чувствует. Кочаны большие, но немного рыхловатые. Листочков, видать, не хватает ее дотянуть, чтобы была сильно плотная. Но довольно-таки плотный кочан. А так-то она у нас выглядит. Вот такие вот кочаны. В теплице Пандион себя показал очень хорошо. Вырос быстро. Кочаны очень плотные. Садили мы там примерно 30 на 30 схема посадки была. Кочаны были, ну, довольно-таки маленькие. Массой 1 кг, 1,2 кг. Все, всем спасибо, до свидания. Подписываемся на канал, ставим лайки.